Всем привет! Сегодня будем готовить тушеную квашеную капусту с сосисками. Блюдо готовится очень быстро, получается вкусным, так что идеально подойдет для повседневного ужина. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сосиски нарезаем кружочками толщиной около 0,5 сантиметра. Лук режем мелкими кубиками. В сковороду вливаем подсолнечное масло, даем ему нагреться и отправляем туда сосиски. Обжариваем их до появления румяной корочки. Затем добавляем лук и жарим все вместе до его мягкости, минут 5-7. Дальше отправляем в сковороду квашеную капусту. Как квасить капусту, можно посмотреть, перейдя по ссылке в подсказках или в описании под видео. Добавляем томатную пасту, сахар, перец, мин и немного соли. Соли бросайте немножко совсем, потому что у нас и капуста, и сосиски уже соленые. Лучше попробовать блюдо и потом досолить его. Хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на медленном огне 15 минут. За это время несколько раз перемешиваем. Вот и все. Тушеная квашеная капуста с сосисками готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.